Тулгоэлектротранс в связи с религиозным праздником Светлой Пасхи в целях организации транспортного обслуживания населения в городе Тула организовал движение автобусов в режиме экспресс и полуэкспресс по маршрутам для осуществления перевозок жителей к городским кладбищам. Тулгоэлектротранс предоставил дополнительный транспорт для граждан, на котором можно было добраться до кладбища и обратно в город. Все водители вышли на маршруты, обеспечивая тем самым комфортные условия пассажирам. На остановках жители встречали дежурные, помогали при посадке и объясняли, по какому маршруту будет двигаться транспорт. Жители отвозили и забирали со всех городских кладбищ. В связи с планируемым массовым пассажиропотоком к Смоленскому кладбищу во время прохождения религиозных праздников было организовано дополнительное движение автобусов. Помимо этого, подвижной состав «Тулгоэлектротранс» осуществлял перевозку граждан в крестный ход с 3 до 4 часов ночи. Коллектив «Тулгоэлектротранс» взял на себя большую социальную нагрузку, обеспечивая комфорт своим пассажирам.